Партнер рубрики «Завод металлокровли» «Промсталькомплект». Изготовление профнастила и металлочерепицы по размерам заказчика за один день. Добрый день! Самый популярный вид мошенничества с картами этим летом, если верить моим знакомым, связан с сайтом бесплатных объявлений «Авито». Происходит это примерно так. Вы публикуете на сайте объявление о продаже, причем неважно чего – земельного участка, катера или куртки. Вам звонит заинтересованный покупатель и предлагает перечислить необходимую сумму на карту, а затем просит назвать последовательно все СМС, приходящие вам на телефон. Таким образом, покупатель-мошенник получает доступ к вашему мобильному банку, ведь СМС на самом деле являются кодом подтверждения финансовых операций. Топ-менеджер Авито Кристофер Норман прокомментировал эту ситуацию порталу ProPermь. Он напомнил, что для перевода денег на карту потенциальному покупателю от вас не нужно ничего, кроме номера карты. Все остальное – срок действия карты, пин-код, цифры на ее обратной стороне – вин-код и одноразовые пароли, которые банк сообщает в СМС – это личная информация, которую нельзя сообщать никому, ни под каким предлогом. Если собеседник продолжает настаивать на передаче данных, откажитесь от сделки. Это были правила денег.